А потом уже наш. Добрый вечер. Добрейшего. Он сейчас будет на итальянском, я буду вам переводить. Привет, Алёчек, привет, привет. Привет. Сосе диам. Вичина диказа. Гречи. А, си. Buonasera. Всем привет, девчонки. Мы сейчас ждем, мы ждем. Лана Гата должна подключиться. Пойсер и Лору. Си. Си. Adesso cambiate le regole. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Привет. Come state, Lina e Roberto? Noi benissimo. Benissimo, a voi? Grazie. Voi? Bene, bene, grazie. Benissimo deve essere, no bene, benissimo. Benissimo, hai ragione. Ecco. Allora, anche oggi facciamo una seconda diretta insieme e Lina e Roberto la faranno con noi. Lina parlerà in russo, io in italiano. Io traduco. E vi facciamo un po' vedere il nuovo shooting fotografico che presenteremo, la nuova collezione per quanto riguarda i filati fashion del 2023-2024. Валерия у нас будет представлять коллекцию. Они сейчас сделают, фотографируют новую коллекцию, мода, коллекция мода, 23-24 год. У них там такое место, я знаю, по секретам сейчас скажу, у них там такое место интересное, прям такое крутое, крутое. Они приглашали нас, но мы, к сожалению, не смогли поехать. Exacto. Она понимает, девочки, она же русский язык у нас знает. Я всегда говорю, как Роберт, она опасная. То есть она очень многие вещи понимает, поэтому с ней нужно. Я поняла уже, видите? Мастерит у копище. Sì, capisco. Роберт, allora, siete curiosi di scoprire da cosa ci siamo ispirati per la nuova collezione? Certo. Sì, sì. Allora, nuova collezione in moda, ci siamo ispirati alle località sciistiche più rinomate e ci siamo anche ispirati al dolce vita notturno. E, ad esempio qua con me ho molti, se volete tradurre, sono appunto le località sciistiche più non so neanche parlare in italiano. Реноминате и Дольче Вита Нотурно. Девочки, смотрите, они вдохновились, когда делали ту новую коллекцию, вдохновлялись ночной жизнью, да, это период, да, период сладкой жизни, да, Дольче Вита. Sì, ad esempio, vi faccio vedere qua. Abbiamo un gomitolo di Sestriere, nuovissimo, della nuova collezione. Località italiani, vedo. Шистики, как это шистик. Шистики, у капита. Это получается, смотрите, это места, где на лыжах катаются. Ad esempio abbiamo Sestriere. Это новый артикул. Un'importante località sciistica. Это получается от названия как раз вот места, где на лыжах катаются. Очень важное место, где на лыжах катаются. Poi cosa abbiamo? Лыжный курорт. Vi faccio vedere Avoriaz, eccola qua, un altro nuovo articolo. Еще один новый артикль, смотрите, Avoriaz. Девочки, обратите внимание, секционка в моде, обратите внимание, что она вам показывает. Это коллекция 23-24 год. Стампаты. Vanno fatte canto. Sono filati moda, sì, sì. La nostra collezione moda. Questi qui vengono fatti solo per un periodo di tempo. Esatto. Да, смотрите. Вот этот, получается, модные артикули, они делаются только вот один раз, да, получается, один период, и все. Потом они, это не постоянная коллекция. Это вот шик, мода шик, которая вышла раз, и все. Как пролетела, как молния, раз, и все. Courmayeur. Poi abbiamo il Courmayeur, eccolo qua. Ad esempio questo qua. Allora, vediamo un po'. Poi invece ispirati al dolce vita notturno abbiamo questo filato cocktail
Это коктейли, это вот ночная жизнь как раз, да, вот период сладкой жизни, то есть, да, видите, люкс здесь уже. Шик, видите, цветные, обратите внимание, цветные пайетки. У questo qua che bellissimo lounge. Еще один. È molto brillante. Она говорит, очень блестящий. Peccato cosa camera no, no fa vedere questa. Non è come dal vivo, non è vedere come dal vivo. Люрекс сейчас там по? Sì, sì. Sì, sì. Sì, там люрекс, девочки. К сожалению, нам камера, как всегда, не передает всей красоты этой пряжи. Allora, vediamo un po' la composizione. Si vede. Io vedo così l'urex. Questo è tipo catenella. Sì, questo qui è 46% cotone. 46% хлопок. 34 lana. 34 шерсть у нас. 12 поліестери. 12 поліестер. E 8 поліаміди. 8 поліамид з люрексом. Видите, так я так поняла, там шнурочок. Катенелла, vero? Sì, 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 sì. Però volevo farvi vedere questo gomitolo qui, che è il Chamonix, che mi piace un sacco. E abbiamo anche il capo realizzato in questo colore. Mi piace? Sì, смотрите, она говорит, мне очень нравится вот этот артикль. Секционка, опять обратите внимание, вот у них реализовано изделие, посмотрите, насколько классно это смотрится. В моде секционка, девочки, мотаем на ус. Коллекция 23-24 год, новая, только выйдет она. Sì, allora vi faccio vedere la composizione. Allora, questo è composto da 56% alpaca. 56 alpaca у нас. 24 lana. 24 шерсть. E 20 poliammide. E 20 poliammide. È molto morbido, molto bello. E si chiama Catenella, vero? Sì, 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 sì. Lasciamo lì. E poi adesso vi faccio vedere un po' in generale qua cosa abbiamo che indosseranno le nostre modelle. Anna, guarda, io сейчас в общем вам покажу изделия, которые потом будут они фотографировать на моделях, которые модели потом оденут. Guardate che bello. Смотрите, как раз вот пайетки. Кто там говорил, пайетки из моды выходят? Поездки Molto прям bello. Идут прям очень сильно, да, то есть продолжают идти, причем, смотрите, они все время увеличивают свой шаг, поездки все крупнее и крупнее становятся, их с люрексом мешают. Guardate, vi piacciono i modelli? Bellissimi, секционки, смотрите. Poi, questo qua è un poncho, che sarebbe questo. Это пончо. Секционка в пастельных цветах. Обратите внимание, какой здесь переход между секциями идет. Che bello, guarda, passaggio dalle sezioni proprio. Bello, mi piace. Sfumato, bello, sfumato. Sì, è bellissimo, questo filato è bellissimo. Видите, как размазанные переходы, да, такие пастельные размазанные переходы, мягкие. А мне пячута qualcosa anche scura, qualcosa, ci stava lì vicino, qualcosa. Bello, blu scuro lì qualcosa. No, no, d'altre parti, d'altre. Da, aspettate. Ecco, questo che cos'è? Questo? Sì, ecco, allora, guarda che colore, aspettate. Mi piace. Aspettate. È bellissimo. Questo qui per gli amanti del viola, blu. È per gli amanti del cvetov, sinich, fioletto. Questo qui è una maglia e poi ha questi inserti che si mettono nelle braccia. Ah, ok. Manicotti. Здесь, смотрите, рукава, которые, да, просто одеваются рукава, смотрите, получается как жилет и отдельно рукава. Посмотрите, как красиво использована пряжа. È un bel effetto, è molto bello. Avanti, guarda, disegno tipo Missoni, come lui fa il zigzag, questo usa, bellissimo, mi piace. Bello. Ah, poi vi volevo dire una cosa molto importante, che abbiamo fatto anche dei rinnovamenti per la nostra collezione dei classici. Hanno fatto gli aggiornamenti classici sue collezioni. Sì, e abbiamo introdotto. Allora, aspettate che lo prendo. Questo filato qua che si chiama catena soft. Questo qui farà parte del. Catena soft. Farà parte della collezione dei classici. Quindi questo qui non è un moda. Это классическая коллекция, говорит, мы обновили еще и классическую коллекцию. Это, Венелла. Смотрите, шнурок какой классный, объемный. Альпака, вы смотрите, что это? Allora, adesso vi dico subito la composizione.
Allora, 40% cotone, 40% хлопок, 37% lana merino extra fine, 37% merino extra fine, e 23% alpaca baby. È molto importante. Ah, 23% baby alpaca. Смотрите, какой здесь состав. Хлопок, merino extra fine и baby alpaca. Шнурок, ma abbastanza anche spesso. Sì, qualcosa per ferri, 5-6, qualcosa così. Allora, i ferri, vediamo subito. I ferri 5. Hai visto come è azzeccata io? Che brava! Я видите, как я уловила спицы? Я говорю, толстенький шнурочек, какой-то, наверное, на спице 5-6. Она почитала, говорит, спица номер 5. Я говорю, юху, как я молодец. И потом, un'altra novità, che farà parte della collezione dei classici, è questo filato qua, che si chiama Arequipa. Новый, смотрите, еще один новый артикль, который опять входит в классическую коллекцию. Come si chiama? Arequipa. Arequipa. Adesso vediamo la composizione. Allora, un filato completamente naturale, composto da 55% cotone. 55% хлопка у нас. 23% alpaca. 23% alpaca. E 22% lana. Anche questo un filato che farà parte della collezione dei classici. Lana. Eccolo qua. 100%, обратите внимание, последние два артикуля были 100% натуральные. Sì, molto caldo, molto morbido. C'è la tendenza, adesso ho visto anche su altri filati, anche su moda, di unire il cotone con le lane. Ah sì, sì, perché sì, è vero. Tanto, caratteristiche, prendono migliori caratteristiche. Da un prodotto per l'altro si diventa sì, filato più leggero. La robustezza, il cotone. Sì, caratteristiche migliori. E senza usare tanto acrilico, visto che è tutto naturale. Come base si cotone usano. Dieci, vedete tendenza, che сейчас во многих пряжах новых вместо акрила используется как база хлопок. Обратили внимание? Да, используется в этой ситуации, получается, используются лучшие характеристики всех этих волокон, и в результате у нас получается 100% натуральный продукт, и получается более прочный, более износостойкий, но натуральный. И дает стабильность. Стабильность дает, да, стабильность. Вот здесь, когда альпака у нас идет, мерина, с хлопок дает нам стабильность, прочность, стабильность, полотно не ползет. Угу. Allora, vediamo i ferri che si utilizzano. Qui cade, 3,5-4. Vediamo se avete indovinato. Allora, 4, ferri 4. Hai capito? 3,5-4. Bravi, bravi, bravi. Девочки, опять мы угадали спицы. У нас есть угадайка называется. Индовинелло abbiamo oggi. Allora, questo qui invece è il filato champagne che abbiamo visto prima la maglia, vabbè, un altro colore. Девочки, этот артикль называется шампанское, шампань. Шампань, è un altro colore, però è sempre il filato. Questo qui è un bel blu. C'erano le pagliette grandi. Sì. No, no, le pagliette, sono... Ah, guarda, девочки, смотрите, обратите внимание. Sono delle gocce. Здесь пайетки в виде, смотрите, как капли. Здесь не круглые пайетки, как капли. И пью анкилюрикс, мисса, чистая. Веду анкилюрикс, сколько за кузи? Sì, allora, sì, c'è dell'urex. Qua ci abbiamo la composizione. 35% poliamide. 35% поліамид. 22% фибра акрилика. 22% акрил. Sì. 16% мохер. 16% мохер. Мохер. 16% поліестер. 16% поліестер. E 11 fibra metallizzata. E 11% metallica fibra è l'urex. Molto bello, molto luminoso, elegante. Sicuramente i capi che create con questo filato risulteranno eleganti. Она говорит точно, изделия, которые будут изготовлены из этой пряжи, они будут очень элегантные. Ну, тут и название шампанское, понимаете. Здесь нужно сразу брать в руки бокал. Здесь он напрашивается сам, девочки. Qui subito, guarda, qui ci vuole subito un bicchiere di spumante o prosecco. Subito. Esatto. O champagne. Esatto. Infatti per questo si ispira al dolce vita notturno. Infatti, per stare proprio in armonia, una festa. Festa, sì. Qualcosa frizzante, bollicini, sì, qualcosa, festa, musica. Sì, esatto, esatto. Adesso la mia
La mia collega Giulia mi ha detto che adesso la modella indosserà questa maglia qui, così ve la facciamo vedere indossata. Она говорит, сейчас моя коллега говорит, что как раз сейчас модель начнет с этого изделия и как раз покажем на модели. E poi volevo farvi vedere anche altri filati. Musica. Allora, questo si chiama Velvet, è morbidissimo. Guardate un po'. Смотрите, вельвет, она говорит, очень мягкий. А velluto adesso va tanto di moda. Sì, allora vediamo la composizione. Questo è 85% viscoso e 15% 85 viscose e 15 poliamide, velour, резаная нитка, è tagliato, vero? Molto, sì, vero, molto, molto morbido. Ma vengono anche tanto belle tele di questa. Sì, bello. Dopo vi faccio vedere un vestito, dopo facciamo le scale, vi faccio vedere un vestito. Poi qui abbiamo Davos, Sparkling, tutti i Смотрите, nuovi какие filati. расцветки. Это все пряжи новые. Questo si chiama Diva, Дива, смотрите, molto тоже luminoso. какой люкс. А, Quilurix dovrebbe essere, sì, un po' peloso, però. Luccicante, sì, è Смотрите, здесь luccicante. прозрачный люкс такой, типа, знаете, как у нас в Армур был, да, такой лохматенький, мягкий. Ok, Дива, e артикул poi... называется Дива, от слова Дива. Questo Примадонна, Дива. che vi ho fatto vedere prima è super wash, è lavabile in lavatrice, Вот этот артикль, Avorias. который до этого она показала, Avorias, он супервош, его можно стирать в стиральной машине. Esatto. Allora, Это adesso... для тех, кто ленивый, как я, либо не может, в стиральную машинку все. Dico, questo è per gente pigra come io, che o non vuole lavare, o non c'è la possibilità in lavatrice e via. Esatto, come me, anch'io Anche preferisco tu? lavare in lavatrice, per gente pigra, perfetto. E io lavo tutto in lavatrice, tutto, tutto. Anche dove è scritto cosa non puoi lavare, solo lavaggio a secco, io lavo tutto. Per me tutto in lavatrice, tutto. Allora, adesso vi porto al piano di sotto e ci sarà il nostro truccatore Jimmy che sta truccando una modella, la sta preparando e facciamo vedere un po', ok? Окей, няма. Сейчас давайте. Она сейчас, девочки, нас отведет вниз, где там у них получается, как этот визажист. Визажист как раз наносит мейкап модели, и она нам сейчас все это покажет. Да, Милану, giusto? Sì, siamo a Milano, siamo Я не знаю, насколько мы nell'hotel. сможем увидеть. Они находятся в шикарнейшей гостинице. Шикарнейшей. Там, если не ошибаюсь, там номер стоит 600 евро в сутки. Stanno a Milano su una nuova catena. Siamo in un hotel della collezione NH Collection a Milano, dopo ve lo faccio vedere, è bellissimo. В Милане, не в гостинице, в новой, Nuovo, находится новая. nuovo, nuovo, È stato costruito dentro una chiesa, giusto? Внутри церкви была построена, девочки. Ok, allora vi faccio vedere. Ecco qua, qua abbiamo la nostra modella, il nostro truccatore qui. Buongiorno. Buongiorno. Siamo quasi pronti? Мы спрашиваем, уже готовы? Он говорит, уже практически готовы. Он говорит, ну, приблизительно. Ecco qua tutti i suoi accessori del nostro truccatore. Это секретики, секретики разные. Ok. Визажиста. Баночки, скляночки. Tutti segreti, stai aprendo tutti i segreti, no? Sì, adesso vi faccio vedere un vestito di cui vi parlavo prima, quello col filato morbido che si chiama Velvet. Adesso lo apriamo e vi faccio vedere. Ci sei, Giulia? Guardate che bello. Мама мия, как белиссимо. Девочки, это платье реализовано из той пряжи, которую она показывала в Вильве. Посмотрите, какое платье получается. Смотрите, вечернее, может быть, запросто вечернее платье. Посмотрите, какое платье реализовано. Вильвет, смотрите, Guardate che обалдеть. bello. Белиссимо. Morbidissimo. Она говорит, очень мягкая. Сетоза пура, сочетали вискоза про сетозу. E adesso vi faccio vedere la modella che è pronta con il capo indossato. Сейчас покажу вам модель, которая, говорит, уже готова, говорит, уже с изделием на ней. Сальве! No, Привет!
di arrivare alla piscina perché... Ecco qua. Смотрите, как красиво. Ага. Смотрите, как интересно. Причем пайетки, смотрите, как капли идут. Не круглые. Смотрите, модель, какая она хорошенькая. Но, смотрите, какая спина. Плечи, смотрите, какие спина какая. Валерия, ma queste tutti i modelli che tu fai vedere, poi discrezione, avete, avete discrezione? Certo. Sì, saranno poi disponibili le istruzioni. Quando uscirà la nostra collezione nuova, metteremo anche piano piano tutte le istruzioni. Voi seguiteci sempre sulle nostre newsletter, anche su Instagram, la nostra pagina Instagram. Девочки, смотрите, все изделия, которые она нам показывала, да, и которые будут, они через в ближайшее время будет описание на них, будет на их сайте. Она говорит, вы следите за нашими, за нами, за нашими новостями, все это будет описание, все будет выставлено. Угу. Окей. Allora, vi faccio vedere un po' l'hotel, ok? Сейчас гостиницу она нам покажет. Спасибо. За закрытыми дверями. Сейчас так дверца приоткроется. Allora. Adesso sto uscendo dalla camera. Adesso vi faccio vedere. О, смотрите, какой холл. Adesso prendo l'ascensore, speriamo non si interrompi la linea. Она говорит, я сейчас возьму, спущусь на лифте, будем надеяться, что у меня не упадет линия. Guardate che bello. Bellissimo. Adesso siamo al terzo piano. Anna, третьем этаже. Aspetto che arriva l'ascensore. Ma noi siamo pazienti. Aspettiamo. Io sto in immagini di... Io sto guardando di qualche attrice, di chi? Se non modello. Guardate che in giro... Questa immagine di chi? Ma sono attrici, modelle. Fate, sto guardando. Fotografie, io dico, chi tam? Io dico, attrice, modelle. Anni 30, cos'è? Roberto mi ha detto, circa 30 года. L'ascensore non arriva più. Ieri, fa bene anche, fa bene. Fare... eccola, eccola che è arrivata. Ok, ci siamo quasi. Giù panna lì. Bellissimo questo hotel. Она говорит, очень красивая, это очень красивая эта гостиница. Инициа эссеры проблемы. Piano 4. Ancora un attimo d'attesa, stiamo per arrivare. Немножко терпения, потому что в лифте были проблемы с линией. È sceso. Обратили внимание, какое лицо у Ланы, такая красивая, хорошенькая девочка, молоденькая, хорошенькая. Она итальянка и говорит на русском языке, она учила русский язык. Faccio vedere. Mi sentite? Mi sentite? Sì, 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 sì. Questa piscina, sì. Allora, vi volevo far vedere qua. Questa è una parte dell'hotel. Smettete, smettete, sverco, сейчас вид сверху. Обалдеть. Che piano è? Settimo. Qua siamo all'ultimo, siamo all'ultimo piano. E però che? Sette piani ci stanno? Sì, otto. Ah, e questa ottavo?
Ottavo piano. Восьмой этаж. Смотрите, бассейн, смотрите, диванчики там такие, смотрите, возле бассейна. Adesso vi porto dentro l'hotel. Questo è praticamente il tetto? Sì, l'ultimo piano. Сейчас она нас еще и спустит, еще покажет, еще и внутри. Девочки, кто вам еще такое покажет? Кто вам еще такое покажет? Новая коллекция, копирует новую коллекцию Лана Гатт. 23-24 год. То есть это только вот выйдет эта пряжа, представляете? А потом еще, когда ее только возьмут в работу? Это будущее, это будущее. Settembre. Questi si troveranno da settembre, giusto questi filali? La nuova collezione settembre. Manderemo poi una presentazione digitale a tutti i nostri clienti, informeremo sui social network e uscirà fine dicembre, inizio gennaio. Mi senti? Questa collezione сейчас они... Sì, sì, смотрите, эту коллекцию они сейчас представят всем своим клиентам в конце декабря, в начале января. А мы раньше прикоснулись к этому. Но siamo stati primi, primi. Niente prima. Линия, видите, к сожалению, никогда она в лифте линия не берет. И la linea va bene come la mia linea. Ecco, mi sentite? Mi sa che non si vede la linea. Ok. Allora, vi faccio vedere l'hotel. Ой, а фай видеть альберо ди Натале, чисто альберо ди Натале. Какой альберо ди Натале? Смотрите, смотрите, елка какая. Guardate che bello il soffitto. Смотрите, какой потолок красивый. Bellissimo. Guardate le colonne. Sembra all'interno di una chiesa. Sì, esatto. Внутри церкви, девочки, сделано. Ve lo faccio vedere anche da fuori. Questo è il nome dell'hotel. Это название гостиницы. Сейчас она выйдет и пока сказала, что покажет нам это снаружи. Смотрите здесь, смотрите. Смотрите, как красиво. Это церковь, которая была, как она называется, которая была выведена из как, статуса да, святых мест, да, получается. Вот называется, смотрите, гостиница называется. Пол шикарный, здоровенный. Adesso qui abbiamo posizionati tutti i nostri accessori, le varie luci da utilizzare per scattare le foto. Anna, говорит, мы здесь установили, смотрите, у них тут свет установлен. È chiuso adesso o è già stato inaugurato? No, è già aperto, è già stato inaugurato. Sì, sì. Уже открыта, эта гостиница только недавно была открыта. Роберто спрашивает, закрыта еще или уже открыта? Уже открыта она. Questa mattina abbiamo scattato delle foto qua. Утром, говорит, мы сегодня делали фотографии здесь. Видите, у нас свет выставлен там. Adesso vi riporto sopra. Сейчас дальше наверх она нас отвезет. Piano zero. Девочки, это двойной эфир с фабрикой Лана Гатта. Это у нас девочка представитель Лана Гатта. Они снимают новую коллекцию мода 23-24 год. В Милане, в гостинице, в шикарнейшей. И как раз нам показывают новую коллекцию. Гостиницу нам показали любезно. Allora, vi sta piacendo la nuova collezione? Bellissimo.
Ma anche a me è piaciuto, anche bello location, bello, bellissimo. Meno male. Sì, quest'anno abbiamo scelto le montagne, ispirarci alle montagne per la nuova collezione. В этом году, говорит, мы выбрали горы, 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 говорит, да, то есть нас это bellissime le montagne. Горы, горы, говорит, очень красивые. Красивые montagne. Роберта говорит, вечером, говорит, в горах. Su qua si stanno preparando per scattare le fotografie. Готовятся, видишь, видите, делать фотографии уже практически готовы, пошли фотографы. Adesso entriamo in camera, vediamo. Сейчас зайдем в комнату, посмотрим, на какой стадии они находятся. Quasi pronti. Ancora no? Quasi pronti. Quasi. Практически они еще готовы. Torniamo su. Еще практически у нас. Qui c'è Giulia che sta facendo, sta preparando gli abbinamenti. Смотрите, Giulia, buonasera. 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 Ciao. Она готовит изделия, получается, изделия для как раз для фотографии. Comunque, mi piace tantissimo. Io vedo cosa l'ultimo tempo vostre capi cambiate tantissimo. Io vedo tanto, tanto più interessante, lo sai? Queste nuove collezioni tanto più interessanti, più particolari. Ok. E non forse, so se... forse sangue fresco, gioventù è arrivato, forse questo? Idee fresche? No? Può essere, non so. Voglia di creare, voglia di fare. È perché... sempre bello creare. Sì. Vedo cose locche che brillano. Sì, 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 sì. Ci vuole gioventù. Я говорю, в последнее время вижу, что коллекции изделий, коллекции Лана Гаттов стали более интересные, более новые. Я говорю, это, наверное, говорю, молодость пришла, желание творить, чего-то делать, глаза горят. E poi volevo svelarvi anche una cosa nuova, che per il nostro iconico filato super soft metteremo 115 colorazioni. Adesso ne abbiamo 99 colori e ne aggiungeremo di altri, quindi troverete nuovi colori. Девочки, пряжа super soft, если сейчас у них было 95, 95 стало, все colori? Sì. Adesso ne abbiamo 99. 99 цветов, они сейчас добавляют, и будет 115. 115 сара, си? 115, си, си, си. 115 цветов будет, сейчас они добавляют еще. Представляете, какая у них палитра? 115 цветов. То есть это классическая пряжа, которая у них идет в классической коллекции. 115 цветов. 115. Да 95, 115. 20 colori più. Да 99. А. Adesso ne abbiamo 99 e poi saranno 115, quindi ne aggiungeremo nuovi colori. Aggiungono altri questi 20 colori. Ovviamente. Trovo spazio. Ovviamente sempre a stock service e quindi avrete sempre l'imbarazzo della scelta perché ormai i colori ce n'è un'infinità nel super soft. Tutti i colori. У меня Роберто Диего сразу говорит, Диего, ты готов? Ты рад, да? Готов место еще под новые цвета. Esatto. E, se avete qualche domanda, qualcosa... Io ho staccato domande, ragazzi, non scrivono perché per non disturbare, per far vedere meglio. Io domande ho bloccato. Девочки, есть у нас какие-то вопросы? Если нет, вы можете воспользоваться, спросить у представителя Ланы Гатты, задать вопрос какой-то, да, напрямую, если хотите. Я не знаю, насколько сейчас вот мы успеем вопросы просмотреть, потому что я их отключила, надо было раньше подключить. Адесса. Buonasera, buonasera. Non so se usciamo adesso leggere, ci vuole tempo caricare. Ma voi quanti giorni fate le riprese? Allora, lo facciamo oggi e domani, per questo servizio solo due giorni, poi dipende, in genere se abbiamo più capi magari facciamo anche tre giorni di servizio, questo dipende. A questa volta quante capi avete? Ne abbiamo 19.
19, смотрите, я спрашивала, у нас сколько дней у вас получается этот процесс съемки? Она говорит, бывает 2-3 дня, бывает 2 дня, бывает 3 дня. В этот раз 2 дня. В зависимости от того, сколько изделий нужно сфотографировать. В этот раз у них 19 готовых изделий. Но изделия все очень интересные. Про капитан Тубели, мы пьяшем. Да, contenti che mi piace. No, è vero, vero. Io vedo cosa collezione sta cambiando. Io perché vedo tanti anni. На каком сайте, sul quale sito posso vedere come si chiama? Iscrizione, no, iscrizione. L'iscrizione di questi come si chiama? Sì. Le istruzioni. Istruzioni, sì. Le istruzioni. Allora, di questa collezione le istruzioni non sono ancora disponibili perché ovviamente questa è un'anteprima per voi. Quindi saranno disponibili in seguito appena uscirà la nuova collezione a fine dicembre, inizio gennaio. Vabbè, però altre, sul vostro sito ufficiale. Sì, ci sono tutte le spiegazioni che volete. Смотрите, эта коллекция, которую у нас сегодня не показывали, это мы идем впереди планеты всей, это называется. Еще пока описаний на них нет. Где-то конец декабря, январь будут описания на их официальном сайте. Но там другие описания есть из предыдущих коллекций. Comunque rimanete collegati che vi faremo sapere appena uscirà assolutamente sul nostro sito, lo pubblicheremo su Instagram così vi manderemo. Следите за ними, как только выйдут новые описания, смотрите, они будут у себя выставлять, сторис будут у себя на странице будут выставлять, они в Инстаграме тоже есть, следите за ними. Только слова благодарности. E tenete d'occhio sempre il nostro sito web. И следите за нашим сайтом, она сказала, justamente, да, то есть она сказала, следите за нашим сайтом постоянно, не расслабляйтесь, девочки. Так, только слова благодарности за такую возможность, и будем вновь рады увидеть процессы. Вирен грация, но тантиссимо, и дикану, сарану танту контенты, ведере анки альтре вольпе, questo processo di collezione nuove. Certo, perché questa è un'anteprima per voi, perché non è pubblicata da nessuna parte al momento, è solo per voi un'anteprima. Grazie mille, grazie mille. Она говорит, это получается как антеприма, наверное, так и есть по-русски. Это только для вас, это еще нигде не публиковалось. То есть, знаете, нам приоткрыли так вот шторку, знаете, как закулисье. Вот, мы сейчас увидели закулисье, нам приоткрыли ее. Quindi conoscete già le novità, quali saranno, cosa si ispira la nuova Bello, collezione. Bellissimo. То есть вы уже знаете новинки, которые будут. Можете представить? То есть мы впереди планеты всей. Из первых рук, заметьте. Вопросы еще есть, девчонки? No, fanno partecipare. Se non avete altre domande... No, non ci stanno, okay. Non ho preparate. Grazie mille. E io ringrazio voi, mi ha fatto molto piacere. Grazie. Grazie a vostra squadra. Buon lavoro, buon divertimento. Sì. Grazie. Sì, saluti e un abbraccio a tutti. Grazie anche a voi, buone feste, se non ci sentiamo Ciao. Più, anche guardate a sempre il nostro sito e così rimanete aggiornati su tutto. Grazie. Grazie mille. Девочки, она поздравила вас всех с наступающими праздниками, да, всего самого лучшего, да, еще рассказала, что следите за нашим сайтом. Все. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Все, мои хорошие, видели, да? То есть, да, нам сделали такую антерприму, такой подарок. Ну, кто вам еще такое покажет? За кулисами снимается новая коллекция Lana Gatta 23-24 год. Да, представьте, за кулисами. Причем я же не зря сказала, что... Ну, я вам сейчас по секрету скажу, да, она сейчас ушла, я вам по секрету сейчас скажу. Допустим, я раньше смотрела коллекции Lana Gatta изделия, и когда я видела эти изделия, как Это сделано, я их коммерческому директору говорила, слушай, я говорю, кто вам делает эти изделия? Говорю, гоните в шею, говорю, меняйте. Это же завал какой-то. Пряжа классная, ну и изделия, которые из этой пряжи реализованы, это же обнять и плакать. Я говорю, не надо. И я же не зря сказала, ну я не сказала, я им не сказала это тактично, потому что директор-то знает, а она не знает. Я просто сказала, говорю, что у вас в последнее время очень реально поменялись. Я вижу, насколько у них поменялись изделия, я вижу, насколько у них сами модели поменялись, подход поменялся, поменялось качество работы, поменялось.
пряжа поменялась. Это вот с того времени, как вот там пришли сейчас молодежь, правда, молодежь пришла у них. У них сейчас средний возраст, если я не ошибаюсь, это, по-моему, 35 лет. Вот этой девочке, по-моему, то ли 24 года, как-то вот так вот она совсем молоденькая. Видите, глаза горят, пришли люди, которые хотят творить, хотят делать, и вот у них прям вот прям, ну вот поменялось, как небо и земля прям все. А я просто же за этим давно наблюдаю. И я помню, что я говорила директору: гони все в шею. Все, мои хорошие, давайте мы сейчас выходим из этого эфира. Я сейчас сохраню этот эфир. И мы пошли, не разбегайтесь, мы пошли сейчас на другой эфир на русском языке. Все, всем пока-пока. До следующего эфира. Сейчас он будет.